Он дупэйсэ, чон тавын помнаре, сегирыль нугунапе, саран сыровке. Я Ким Серафима Сергеевна, родилась 2 февраля 1951 году. Проработала около 15 лет в Институте искусств, который раньше назывался Театрально-художественный институт. Меня зовут Алина. Недавно мне исполнилось 18 лет. Я родилась и проживаю в солнечном Ташкенте. На данный момент являюсь абитуриенткой, готовлюсь к поступлению в ВУЗ. Узбекистан является многонациональной страной. По нации я русская. Я рада, что я родилась именно в Узбекистане, в очень многонациональной стране. Всегда я горжусь тем, что свой кусок хлеба мы стараемся есть недаром. От души стараемся отдать всю теплоту наших энергий подрастающему поколению. Наша страна уделяет огромное внимание развитию молодежи и организует различные мероприятия для культурного просвещения. Я увлекаюсь живописью, и меня очень радует то, что у нас организовывают различные выставки, где представлены картины известных художников. Я вижу изменения, громадные изменения в стране происходят. Вырастают высотные здания, дороги наши становятся самыми такими современными. Я думаю, что действительно я живу в такой стране, где ценится горячий вкус лепешки, где ценится аппетитный вкус нашего узбекского хлеба и, конечно, корейских национальных блюд, таких как кимчи, таких как кадюри, таких как чартыги. Короче, я хочу, чтобы мы жили в стране, где самое главное – это дружба народов. Узбекистан – наш общий дом. Я горжусь тем, что я родилась здесь и выросла, и в дальнейшем я планирую остаться в Узбекистане. Здесь у нас прекрасный народ, добрый, гостеприимный, отзывчивый, такой же солнечный, как и наша страна. Она тилим, но тих деди тақдир шул, бу жахони ирода. Тиллар йоқолур бутким, бир тил қолур дунёда. Эй, бойс, пастга туш, бу гап чиқди қайердан? Навой билан Пушкин туриб келди қабридан. Ким дарғазаб, ким хайрон, чиқиб келдилар қатор. Данте, Шиллер ва Байрон, Фирдавсий, Бальзак, Тагор.